для него записан мастер, магистраль Бен, деф мастер. Б, это имеется в виду Б. Б, Б, это вот, смотри, магистраль. Магистраль Б, магистраль Д, магистраль С. Сколько работает 485. Вот, магистраль С, это будет в соответствии. Вот описывается магистраль мастер. Мастер, деф мастер. Тише, типа интерфейса. Вот. Не, я, у меня, знаешь, как это, ассоциативный идиотизм, если я сейчас каракули нарисую, я потом вспомню. Они изначально все это они сделают, то есть изначально лист они тебе, ну да, чтобы тоже представлял себе. Мы понимать, что да. Вот это вот на этом контроле, то есть B получается, C и D, то есть ты описываешь, D, да? Да, 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 да. То есть C это вот это, да? Ну вот, вот разрисовано. Нет, вот. А вот они подписаны. Вот C. D. Сюда, соответственно, интерфейсные платы ставятся. B у него встроенный свой, а C и D у него вставляются интерфейсные платы. А Basic. D это тоже интерфейсная плата? Да. Ну это, да. Это все демонтируется. Это все комплектация получается. Все есть, с этим ясно. Да. Ну, допустим, магистраль C, да? Описывается мастер. Вот он. И к нему пишутся слейвы. То есть, вот. Тип устройства, там вот модуль, видишь, выбирается, какие там, чего можно туда повесить. Ну, место размещения, это чисто текстовое для себя, это чисто текстовое для себя. Да, 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 да. Обязательный вот адрес устройства, это будет адрес на этой магистрали. Это обязательно. А каждый магистраль, адреса могут пересекаться, да, если магистраль? На одной, да, да, на одной магистрали нельзя дублироваться, а на разных, пожалуйста, без вопросов. То есть здесь полностью описываются магистрали. ОС это? Узел связи, грубо, или что-то? Узел сбора. Узел сбора. Как правило, ну, вот у нас на подстанции ставится три узла сбора, два ретранслятора, которые из сети подстанции, в МЭКС-4 отдают наверх. Ну, не знаю, на Кубанске 5 узлов сбора ставят. Поэтому как бы у вас, я не знаю. На Б это расписывается, какие устройства между собой подключены, а С это точно так же, какие? На С и на Д. То есть это интерфейсные платы, они три интерфейсные платы. Вот это одноканальные, вот эти по четырехканальные каждая плата получается. Что это такое 4? Здесь? Вот четырехканалка. Тип модуля R464, тут опять же он будет. А, не будет, потому что макросы не работают, программирование это самое, не все будет показывать, да. Так. Скорость описания, ну это то, что мы делали на контроле, это все как бы, да, это понятно. Да, это расписывается дальше. Присоединение. Это для удобства населения формируется табличка, где потом я потом в сигналах покажу, ставится ID присоединения, допустим, с первого, ну, ID это VL, насосная 3, там и жбурон. Записываются все присоединения, все необходимые, но тоже это они вам все запишут. Это все не, ну, хотя бы, чтобы тебе потом легко с этим работать. Справочники, тут отдельные описания, то есть что у тебя 0-1 дает для некоторых этих, то есть ну, как для декретов, включен-отключен выключатель, сигнализация установлена, сброшена, открыто-закрыто, тоже что-то тут как тревоги будут отображаться. Идемте со мной. Я еще раз напоминаю, что у нас Тимур сейчас... Сигнал, самая большая страница, да, 519 штук. На вторую часть практики, если это вам будет интересно, закрывая станцию, вы можете вернуться. Так, смотрите, это сюда и вносит согласно уже согласованного, да, с чередовым сетей. Да, 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 название сигнала, здесь вписывается на сетевом, и будем ключ, да, перезайду. Не сохраняйся. И чтобы он закрыл окна, я ему еще раз проговорю, чтобы А что надо? И опять эти пропали. Вот эти кривые, блин. Запуск макроса подключим. Это мы не включим, потому что я шучу. Конфиг субсессион не стоит, сейчас не все будет нормально работать. Ну что, наверное, так, блин. Прячут эти кнопки нижние просто. Давай попробуем разрешение вернуть. Может, его расколбасит. Ну, верно, стандартно. А потом опять маленькое. Да, ну видно, Женя. Ну ты в очках. Да я тут как это. Нет, кнопки прятаны. Я вам немного расскажу о модулях водовывода. То есть вам уже в течение недели там долго рассказывали о системе Деконт, всех модулях, которые у него содержатся.
и, собственно, в основном, наверное, контроллеры. Да. И я, в частности, то есть тут немного расскажу про модули ввода и вывода, которые содержатся там. Является частью всего этого программного комплекса. Программа фильтр стоит, поэтому все не видит. Вот тут довольно много всего. Да, то есть написано, то есть, значит, смотри, описание всего. Вот, вот такой соединение. У нас...